Привет всем, с вами DMCheck, и сегодня я вам расскажу, как получать игры и приложения легально, бесплатно и без джейлбрейка. Для этого нам понадобится зайти на сайт freeappslots.com по ссылке, которая будет из описания. Давайте ставим нашу ссылку и нажмем кнопку Go. Итак, как только загрузится сайт, нам будет предложено войти под любой из социальных сетей, чтобы получить плюс 5 спинов, но мы это делать пока не будем. Закроем это. Закроем сейчас и нажмем кнопку Play. Вот так вот выглядит сам сайт, то есть посередине это как барабаны, и в игровых, как в казино можно сказать, что она будет вам выбивать определенные иконки приложений с определенным количеством баллов. Так, теперь надо добавить приложение на экран домой. Нажимаем добавить на экран домой, а потом добавить. Вот так вот оно появляется, заходим в него. При входе нам будет написано Play Now. То есть кнопка Play Now, на которую нам надо будет нажать сейчас. Так, давайте же нажмем кнопку Play Now. Далее нам надо будет нажать кнопку Play. И как мы нажмем, когда мы нажмем кнопку Play, нас переведет сразу в Safari. Так, вот мы на самом сайте FreeAppSlots. Давайте опять закроем это и нажмем Play. Так, теперь нам нужно зайти с помощью Facebook на данный сайт. То есть там, где написано Login Here сверху и логотип Facebook, мы нажимаем на нее. У нас все ощущается такое: like us on Facebook, invite friends, gain spins, redeem prize status, get more spins. Мы нажмем, допустим, like us on Facebook и посмотрим, что из этого получится. Насколько я понимаю, это лайк поставить на Фейсбуке. Сейчас у нас перейдет на сайт Facebook, и надо будет нажать allow. То есть мы согласны со всеми требованиями данного сайта, то есть FreeAppSlots. Сейчас она нас должна перебросить обратно на FreeAppSlots. Но так как она этого не делает, мы закроем эту страницу и сами перейдем. Ладно. Сейчас мы опять нажмем играть. Я понимаю, что вас уже, возможно, вам уже надоело это слово. Но все равно надо нажать кнопку играть. То есть play. Сейчас я вам покажу, как можно получить больше спинов, то есть больше прокруток барабанов. И тем самым больше очков, естественно. Так, нажимаем Get More Spins. В разных регионах можно по-разному заработать спины. Так как я живу в Украине, тут можно только пригласить друзей на Facebook. А в других странах, таких как США, можно качать еще бесплатное приложение и за это тоже получать спин. Ну вот так. Но я живу в Украине. Это досадно. Ну, в принципе, ничего страшного. Давайте я вам покажу, как вывести то, что вы получили. То есть энное количество очков, которые вы получили, вывести. Нажимаем Cash Out. И тут у нас куча приложений, которые вы можете получить за ваши очки, которые вы заработали. Я вот взял тут и Vector, Wipeout, потом что еще? А что еще я не помню? А, вот Temple Run OS. Кстати, обзор Temple Run OS вы можете посмотреть на моем канале. Так, ну вот тут разное количество очков, и за них вы можете купить приложение. Так, в принципе, и все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. С вами был DMCheck. Кстати, поищите меня в социальных сетях. Всем удачи, пока!